Книга «Открытым оком», том 9, вопрос 2229, тема «Литература». Я знаю батюшку, который после получки ходит по киоскам и скупает сектантскую литературу и сжигает ее. Может помочь ему собрать деньги? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Когда этот святой отец накопит снова денег, то пусть он мне их отдаст, и пользы будет больше. Да на эти деньги сектанты в 5 раз больше новых книжек издадут. Он их финансирует, а они за него Богу молятся, чтобы он больше денег для них собрал. Самый действенный метод не Ефрема Сирина заклеивать чужие книги, ибо это и говорит, что ты слабее их. В открытом диспуте по Слову Божию доказать им их неправоту ты не смог. Где свет, оттуда тьма бежит. Раза два можно с еретиками встретиться и по толкованию святых отцов попытаться вывести их из сети, в которую их уловил дьявол. А попутно и сам увидишь, как давно сам сидишь в сетях у сатаны. 2 Тимофеям 2, 23-26. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся. Зная, что они рождают ссоры, рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их свою волю. Сосуд с целебной водою и органом я, братья, вам принес, напейтесь из него, и кроткая душа восторгом обуянна забудет черный день злосчастья своего. Напейтесь из него и исцелитесь, братья, замолкнет стон в груди, замрут в усах проклятия, я вечный мир принес. Сионской высоты принес я ветвь оливы. Коснитесь ее, Бог чудо совершит. Вы, просветленные, спокойно горделивые, стряхнете с ваших ног прах мщенья и обид. И будет на земле одно святое братство, без гибельных измен, без злого святотатства. Я истину принес, я камень вам принес от древнего Содома. Пусть он напомнит вам погибель злых людей, пускай-то весь пройдет от дома и до дома, что я пришел карать неправедных судей. Иное я хочу устроить в мире царство, без лжи смеющейся, без низкого коварства. Я правду вам принес. Пред голосом моим преступник побледнеет, и в страхе убежит безумствуя тиран, и ветер след его с проклятием завеет, рассеется в умах бессмысленный туман. Слепцы увидят свет, сияющий повсюду, и станет жизнь тепла ликующему люду. Я волю вам принес. Константин Фофанов.